Надоела зажаренная курочка в духовке? Приготовим по-другому. Куриные голени, любимые специи, соль, перец по вкусу, немного растительного масла и маринуем минимум час. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета, обжариваем лук, морковь, отправляем сюда нашу курицу. Добавляем картофель, готовим соус. Столовая ложка муки, 2 столовые ложки сметаны, немного воды, соль, перец по вкусу. Заливаем этим соусом картофель и курицу и томим минимум час, а лучше полтора, на медленном огне. Любимая зелень и чеснок. Получается нежно и очень вкусно. Приятного аппетита!